За статистикою, перше місце серед причин розлучення займає зрада. Коли тобі зраджують, найважче в цьому потім знову довіритися партнерові. Чи цьому, з яким відбувся негативний досвід, чи новому, ти потім постійно починаєш підозрювати. До нас звернулася дівчина, яка пережила зраду. Але вона хоче знову повірити в кохання і побудувати нові стосунки. Знайомся, це Світлана. Ідем? Меня зовут Чумаченко Лана. Мне 28 лет. Последние 6 лет я работаю на телевидении. Все больше и больше киян. Я споткнулась. У меня с детства всегда была мечта работать на телевидении. Чему самое телебачение? Ты смотришь на эту сказку, и это интересно. Кто это делает, как это делают. Я хотела участвовать в создании этой сказки. Начинала с должности гостевого редактора и доросла до старшего редактора. Также работала журналистом в кадре. А оказалось, что это не сказка. На самом деле это очень тяжелый труд. За окном уже совсем темно, галлон кофе выпит, и казалось бы, что уже пора идти домой. Но нет, я отправляюсь на съемку. Постоянные съемки, по 18 часов ты не высыпаешься. Ну, я люблю свою работу. Это такой ресурс, да, из которого я черпаю вообще энергию. Теперь давай про стосунки. Ни одни мои отношения не были как бы счастливыми. А що для тебе оцей щасливий кінець в стосунках? Щасливий кінець отношений? Ну, це, мабуть, кольцо не на цьому пальці, а на цьому. Тобто це сім'я, діти? Так, да, сім'я, діти. Були у мене саме такі болезненні отношения. А це, мабуть, самая большая любов в моїй житті була. К сожалению. Он был такой заботливый, такой нежный. Он там встретил меня однажды с цветами после работы в 6 утра. Ну вот такие какие-то мелочи, которые никто для меня не делал. Ну вот он мне нравился внешне, да, и вот это внимание. Вот я в это влюбилась. И тут мне в соцсетях написала какая-то девушка. Почему вы вместе фотографируетесь? Ну, типа, кто ты? Типа, ты знаешь, что у него есть девушка? Я говорю, да, знаю. Ну я. Она такая, нет. Я. Лайк. Все это время, весь год, когда мы были вместе, он был и со мной, и с ней. И он мне писал, звонил и говорил, что если ты меня любишь, помоги мне с ней остаться. Как ты это пережила? Для меня это ну, просто было таким шоком. Я не понимала, как вообще жить дальше. Каждый день плакала. Меня успокаивал, значит, алкоголь. Сигареты и много еды. Я перестала за собой следить. Я обжиралась так. Я набрала 10 лишних килограмм. Только спустя месяц я поняла, что, в принципе, жизнь продолжается, с этим нужно что-то делать. Я перешла на правильное питание, потому что нужно сбросить все-таки вес. Начала активно заниматься спортом. Я хожу в спортзал 4 раза в неделю. Ти змогла якось пережити цю ситуацію, і це дуже добре. Зараз ти прийшла, щоб знайти чоловіка своєї мрії. Який він повинен бути? Я люблю темненьких. Я хочу, щоб він був спортивний, соблазнительний, потягнутий, підкачений. Аполлон, от этот, Аквамен. Ще які якості в нього повинні бути? Так, красивий, багатий, успішний, з чувством юмора, добрий. Характером самодостаточным. Чтобы он был материально обеспеченным? Да, чтобы он ни от кого не зависел. Хочется, чтобы человек горел каким-то делом, как у меня телевидение. Знаешь, что дивно? Что ты пережила такую травму и не называешь в первую очередь, чтобы он был верным. Верный, да. Вот это качество верность, оно как само собой разумеющееся у меня теперь уже. Я готова открыться и вот эту всю заботу принять, а та, что у меня накопилось, вот отдавать. Мы будем максимально намагатися, щоб твій чоловік відповідав твоїм очікуванням. Дякую тобі. Дякую. І до зустрічі. Судячи з того, що я побачив, Світлані потрібен чоловік цілеспрямований, який себе поважає. Тому що жоден чоловік, який себе поважає, не дозволить собі зрадити жінку. Він має бути сильним і з почуттям гумору. Їй гарно, коли вона посміхається.
І в мене, як не дивно, є такий хлопець. Давай подивимось. Знайомся. Це Михайло. Красунчик. Так. Осторожно. Я Миша Самохвалов. Мне 32 года, я сам футболист. Работал в футбольном клубе «Шахтер». И когда началась война, в Донецке переехал в Киев. В Киеве ты налагодил своє життя. Да, за 5 лет уже достаточно плотно укоренился. Работаю в сфере спорта. Плюс, так как я футболист, я готовлю спортсменов профессиональных там, к соревнованиям. А еще сейчас у меня есть бизнес. Я управляю кофейней. Открыл ее 2 года назад. Не для заработка денег, а больше для удовольствия. Приглашаю друзей, угощать люблю очень. Бачу, у тебе все гаразд в житті. У тебе є бізнес, у тебе є спорт. До чого ти до нас прийшов? Совсем все хорошо, но почему-то вторую половину не могу найти. Мои одноклассники все семейные. У всех семьи, дети. И мне уже хочется семью. Хочется приходить домой, чтобы кто-то тебя ждал. Для меня это все серьезно, я серьезно настроен. Поэтому и такой качественный отбор, наверное, у меня. Хочется все-таки влюбиться по-настоящему. У меня есть такие ориентиры, как мои родители. Они прожили вместе всю жизнь. Вот так я хочу, чтобы у меня было. Але в тебе були відносини? Були отношения, да. Ми вместе приїхали з Донецька в Київ. Угу. Ми жили вместе 3 года. Так. Хороша дівчинка була. Що трапилось? Вона дуже ревновала мене к моїй роботі. Я работал тренером по фитнесу. Она постоянно думала, что у меня есть отношения с клиентами. Пришел такой момент, когда я понял, что ну, это не мой человек. И как-то ну, дальше мы не сможем быть вместе. А у тебя было что-то с клиентами? Нет. Мне не хотелось никаких разнообразий. И ни одной девушки своей, там, какими были, я не изменял никому. Для меня очень важна верность и открытость. Хочу своим примером показывать это. Поэтому я всегда был верный в отношениях. 2 года я один уже. Такой, которую я влюбился бы или хотелось бы ее природнить, такой не было. Что ты шукаешь у девчины? Что ищу? Ну, очень важно для меня харизма. Нужен человек такой, чтобы в него посмотрел и понял сразу, что твой человек, что это интересный человек. Человек, который будет с тобой развиваться вместе. Должна быть доброй, красивой, заботливой. Должна обладать чувством юмора. А якщо дівчина буде теж, як твоя колишня, ревнувати до клієнток? Буду находити слова, діалогами об'яснять, примерами показувати, що не стоїть це робити, тому що немає смисла просто. Добре. Довір'я это и цель отношений, приятных, хороших отношений. Оно дает спокойствие в жизни, а не напряжение, супер, которое мешает. Я тебе почув, завдання прийняв, спробую тобі допомогти. Судячи з відео, саме такого хлопця описувала Світлана. Я ж тобі говорив. Він з гарної родини, і в нього дуже такі стабільні, гарні сімейні цінності. Вона шукає собі вірного і надійного. Михайло, мені здається, саме такий. Поки що ідеальне співпадіння запиту та результату. Але я боюсь, що своїм страхом і недовірою вона може його відштовхнути. Дуже часто за зраду розплачується не той партнер, який зрадив, а наступний. Так. В цьому, звісно, є ризик. Але якщо не пробувати будувати нові стосунки, то в тебе не буде можливості перевірити. Розслабитися жінці, яка зневірилася, може допомогти й чоловік. Тільки. Привіт, братан. Привіт. Поздравляю тебе. Спасибо. Ну що ти, рад за брата? Звісно, рад. Що ти готов? Переживаю, вдруг не понравится, а вдруг я не понравлюсь. Всю ночь не спал, думал, представлял, снился сон, фату поднимал 5 раз. Каждый раз неудачно было, и я такой, перемотай обратно сон. Надеюсь, не вещий, а то в жизни перемотать нельзя.
Ого! Класс! Такая красивая! Александр. Как, тебе удобно вот уже? Нет. Волнуешься? Очень непривычно. Я всегда думала, что я на своей свадьбе буду в джинсах и в кроссовках, что я со съемочной площадки с рацией. Такая, ребята, стоп, подождите, у меня свадьба, я сейчас вернусь. Ну а как ты себя чувствуешь? Пока некомфортно, не знаю. Может быть, я еще не готова, знаешь, до конца не понимаю, что пойду под винит. Знаешь, давай за что выпьем? Давай, за что? За будущее пьем. Да, давай. Давайте за будущее. Я выхожу замуж! Ты готова? Да. Я вообще не переживаю. Это подозрительно очень. Возможно, это плохо, а может и хорошо. Мне кажется, она будет красивая. Меня это заставит включиться, что-то делать, чтобы я понравился ей. Хотя это моя первая свадьба, но я глубоко уверена, что все пройдет как по маслу. Мне кажется, я увижу интересного, самодостаточного такого человека. Я надеюсь, что он будет как минимум добрым и проявит себя как мой друг в отношениях. Должен однозначно добытчиком быть мужчина, все должен зарабатывать он, но девушка обязательно должна работать. Сколько она зарабатывает, неважно. Но она должна чем-то заниматься, чем-то в жизни интересоваться. Я свою работу обожаю. Я не знаю, как бы я жила без работы. В неделю я трачу около 5000 гривен. Но кладу я всего лишь 1000 гривен. У меня теперь есть муж, и мне кажется, большую часть семейного бюджета должен формировать мужчина. Я в наш семейный бюджет кладу 10 тысяч гривен. Должно хватить вполне. Привіт, Міша. Привіт. Я тобі бажаю, щоб та, яку ти сьогодні зустрінеш, була тобі вірною подругою на все життя. Я сподіваюся, що так і буде. Вона красива, неординарна і шукає собі вірного друга. Прекрасно. Пообіцяй мені, що зробиш все можливе, щоб бути щасливим. Обіцяю. Ходімо. Я хочу один раз жениться и на всю жизнь. Спасибо. Привіт. Привіт. Ти дуже гарно виглядаєш. Дякую тобі. Дивлюсь, тобі вже не терпиться побачити свого нареченого. Да. Я просто постійно об этом думаю, яким він буде, і хочеться швидше, звісно, побачити. Затримувати довго не стану. Скажу лише одне. Там на тебе чекає справжній красень. Все добре. Який непогано заробляє і шукає одну єдину жінку, на все життя. Я дуже сподіваюся на це, бо я саме такого і шукаю. Одного і на все життя. Маю надію, що ви станете гарною парою. Дякую. Дякую. Я как будто в новый день в какой-то заходила с такой уверенностью, что все будет прекрасно. Хотела такая легкая паника. Отдаю из рук. Я, конечно, зажался. Я не знал, что мне делать. Взял за руку. Так робко. За два пальчика. Уже нормально возьми. Голос мне понравился. Такой игривый. Я чувствую, как она дрожит, она переживает, тяжело дышит. И это мне передалось сразу.
Доброго дня, шановні пані та панове. Я рада вітати вас на проєкті «Одруження на осліп». Мене звати Катя Краснікова, та ми розпочинаємо весільну церемонію. Наречений, чи з доброї волі та за власним бажанням ви вступаєте у шлюб? Так. У нього такий цікавий тембр голоса. Я відчувала якусь опору рядом. Наречена, чи з доброї волі та за власним бажанням ви виходите заміж? Так. Ваша взаємна згода дає мені право об'єднати вас у шлюбі. Але перед цим необхідно обмінятися обручками. Ніхто кольцо мені ще не надівав. Так хочеться, щоб він його надів і більше ніколи не знімав. Це такий легкий стрес. Я вперше такий. Ось і настала ця хвилююча мить. Саме зараз, наречений, ви зможете підняти фату та поцілувати віднині вже вашу дружину. Хочеться побыстрее вже узнати, що за чоловік, як на ощуп. Привет. Привет. Михаил. Я не знаю, что говорить. Такая стрессовая ситуация. Я понимаю, что мне сложно отреагировать. Первая ее реакция удивила. Она удивилась, что мужчина перед ней стоит. Не знаю, что так может. У меня смех — защитная реакция. Улыбчивая, харизматичная. Все понравилось. Я оголошую вас чоловіком і дружиною, і ви можете поцілуватися. Привіт. Все, вот я... Жена. Пусть теперь первые шаги делает мужчина. Света. Миша. Или Ивана. Ну, мужчина, слушай, на меня устраивает. Ну, ну я тоже. Глаза красивые, улыбка красивая. Ну, мне нравятся мужчины там со щетиной. Поздравляю. Спасибо. Желаю вам интересной недели. Это Даша, моя подруга. Чтобы вам было весело, интересно, нашли понимание. Поздравляю вас. Желаю вам счастья и любви. За новую жизнь. За новую жизнь. Как ты думаешь, Миша выдержит Светлана напор? Я просто переживаю, чтобы Света выдержала напор Миши. Наполеон тоже был маленький, понимаешь? Это мой брат двоюродный, Сергей. Поздравляю вас свадьбой. Желаю вам прекрасной недели, чтобы она была незабываемой просто. Поздравляю. Спасибо, братан. Спасибо, братан. Гойка! 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 На вас чекає незабутній тиждень, впродовж якого ви зможете пізнавати одне одного. Але якщо між вами виникнуть якісь негаразди, ви вишуйте білий прапор. І ми допоможемо розв'язати ваші проблеми. А краще не сваріться, а насолоджуйтесь одне одним. Дякуємо. Що, підем? Підем. У мене є сюрприз. Для мене? Да. Ой. Что, жена є, нужно дарить сюрпризи. Хочеться понравиться. Шел дождь, романтика, мы шли под зонтом, в такую беседку красивую. Наконец-то можно спрятаться от дождя. Да, спасибо. Плед. О, это будет очень кстати. Да, спасибо большое. Меня смутило это то, что стол-то был красиво засервирован, да? А еды на столе не было. Господи, хоть бы он не заставил меня готовить в этом свадебном платье. Голодна? Ты хочешь меня прям сразу накормить? Да, давай. Ну не сразу, приготовлю сначала. Ты собираешься сам готовить или что, не могу понять? Ну конечно, и этот ужин для тебя. Класс. Вот то, о чем я мечтала весь вечер, всю жизнь. Мне она сильно понравилась. Она красивая девушка.
Я старался максимально проявлять заботу. А что ты будешь готовить, расскажи мне. Я надеюсь... У тебя нет аллергии на морепродукты? Креветки я очень люблю. Я приветствую больше фитнес-меню. Мне было приятно, что, конечно, вкусы совпали. Расскажи, чем ты занимаешься? Я работаю на телевидении. Интересная работа, наверное. Да, интересная. Круто, конечно. Командировки, наверное, да? Ну, да. Как-то ты расстроился, мне кажется. Ну, командировки. Не, наоборот, обрадовался. Командировки, все такое. То есть пока жены не будет дома, муж что будет делать? Муж будет ждать. Правильный ответ. А чем ты занимаешься, расскажи? Работаю тренером, тренирую. Кого? Всех желающих, кому нужна помощь в сфере фитнеса. Наверное, там у него еще и куча красивых женщин туда накачанных ходит. Я вот чуть больше месяца начала ходить в зал. Что ты делаешь в зале? Кардио, силовые. Показалось, Света тоже близка к спорту. Молодец. Мне нравятся спортивные девушки. Еще у меня есть бизнес, есть кофейня. Изначально открывал бизнес этот. Из-за того, что мне нравились кофейни. Я представлял, как я буду с друзьями там отдыхать. Глупый человек вряд ли займется вообще каким-то бизнесом. Но все меня порадовало, что у него есть свой бизнес. Ты готова? Ей, да, я готова. Спасибо. Ну что, давай за первый совместный ужин. Чтобы попробовать креветки. Миша очень вкусно готовит. Это плюс. Жена не останется голодной. Удовлетворил. Я рад, потому что я старался. Смотри, у нас конверт какой-то здесь. Открой ты. Ты доверяешь мне? Конечно. Любі молодята, щоб краще пізнати одне одного, пропонуємо цікаву гру під назвою «Неймовірні співпадіння». Правила прості. На другому аркуші ви знайдете запитання. Якщо ваші відповіді на них співпадають, ви цілуєтесь куди захочете і як захочете. Клас! Я так аж чуть завелся, думаю, що це цікаво має бути. Якщо відповіді не співпадають, то по черзі ви маєте виконувати завдання. Тут-то от тут має бути таке. Хотілося вже швидше почати. Ти займався? Займалася футболом. Я з дитинства граю в футбол і зараз граю. Отець, відповідно, так. Да. Это очень круто. У меня ответ тоже да. Я не занималась профессионально, я любила скорее такой дворовой футбол. И когда у нас была сборная женская по футболу в школе, я играла. Ну, как-то не свойственно для девочки. Мне показалось, что она так врет, чтобы поцеловать меня. Я бы, знаешь, зафиналила этот вопрос каким-то все-таки воздушным поцелуем. Согласен? Я, конечно, понимала, что рано или поздно мы там в губы можем поцеловаться. Ну, не сейчас же прям. Твій тато шахтар? Ну, мой папа шахтер. Больше 35 лет, наверное, он проработал в шахте. Мой папа работал в шахте. Знову ж таки, співпадіння. Иди, я тебя поцелую. Наконец-то. Все. Доволен? Нет. Мне как покойника целуешь в лоб. Для меня вот поцелуй в лоб напоминает детство и приятные воспоминания, приятные ощущения. Місто, в якому ти народився, для тебе замаленьке. Да, это про меня. Я сам родом из Дніпропетровской области. Поступать учиться, поехал в Донецк. Но мои амбиции уже город, ну, наверное, исчерпал. Я из Шахтерска. И всю свою сознательную жизнь, наверное, я хотела работать на телевидении. Я закончила школу. Ну, как-то я так попыталась хотя бы как-то вырваться из этого города, и я уехала в Донецк. Но Донецк всегда для меня был перевалочным пунктом. То есть я знала, что я в Донецке не останусь. И в Донецке я даже не пыталась работать на телевидении. То есть я такая сидела, думала, где телевизор? В Киеве! Надо ехать в Киев! Пути наши очень похожи. Не знаю, как мы вообще раньше могли там где-то не пересечься и не встретиться. Ой! С ней душевно, спокойно и приятно. Прочитай вірш ліричний. Были моменты, когда я писал. Не знаю, ну стоит читать. Ну, конечно, я хочу услышать. Она стоит с тобой, смущаясь, не может даже говорить.
И лишь заходит разговор, она сияет, улыбаясь. Она уже по уши влюблена, и ты готов сказать признание, и не хочешь разлучаться никогда. И так всю жизнь вдвоем, любя друг друга, до старости за руку брать и в губы нежно целовать. О, это именно та романтика, которой так хотелось. Она была впечатлена. Реакция ее мне понравилась. Следующий вопрос. Тебе зраджували? Таких моментов я не знаю. Поэтому ответ, скорее всего, нет. А ты изменял? Я не изменял в отношениях никогда. Хорошо. Как ты относишься к изменам? Я плохо к этому отношусь. Я хочу семью, крепкую семью. Я не готов изменять. Хорошо, я рада, что тебе никто не изменял. Но это на самом деле очень... Ну, так сложно пережить, я тебе хочу сказать. Для меня вообще, ну, это больная тема. Я не хочу вдаваться в подробности ситуации, но мне изменяли. Было не очень... Конечно, приятно рассказывать. Она прям так вся напряглась, прям взглядом впилась в меня. Ну что, читаю задание? Да, давай. Обійми того, хто поруч. Поклади голову на груди і помовчи хвилинку. Ну, я сам хотів уже обнять ее. Давай. Я хочу кошки. Мне было, ну вот очень сложно в такой близости находиться с ним. И не потому, что он мне не нравится. А ну наоборот. Мне нравилось, как ведет себя Света. И, ну так вот, душевно очень, по-семейному. Я думаю, мы так можем уснуть. Это было прекрасное задание. Просто. Мне тоже понравилось. Это прикольно. Это душевно, спокойно и приятно. Последний вопрос. Твои батьки живут у счастливому шлюбе більш ніж 20 років? В моем случае родители мои живут больше, чем 30 лет вместе. Как мне кажется, это счастливый брак. Поэтому да. То есть ты вырос в, ну, можно сказать, полной благополучной семье? Да, в счастливой семье. Понравилось, что у него есть пример правильной семьи. По поводу меня. Мои родители, они прожили 20 лет вместе. Да, но они разведены. Мама пыталась сохранить эти отношения, но желание одного человека мало. Нужно, чтобы хотели двое. У нас не совпадение. Завдання. Станцюй танок закоханої людини. Ага. Тяжело даже представить, как я влюбленный там танцую. Я придумала песню. Давай. Давай. Ты же видишь? Боже, 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 как жарко, как жарко. Она красивая девушка. Я прям влюбился. Я просто чувствую твое дыхание сзади, и все, барабанные палочки перестают работать. Ты можешь подпевать, и только раздеваться. Так-так, спокойно, спокойно. Однако, здравствуйте, он такой накачанный, неплохой. А я думала, ты скромный мальчик. Я очень скромно станцевал. Приятно, мне кажется, у меня получилось создать такой хороший вечер. Ужин был вкусный, веселый, соблазнительный. Ой, у меня первый пропускаешь, спасибо. Слушай, мне нравится, смотри. Мне кажется, я нашла место, где ты будешь готовить. Я буду вставать по утрам. На кухне мужчина с голым торсом готовит мне завтрак, ужин, обед. Все будет готовить. Начало хорошее семейной жизни. Красиво очень. Да, мне нравятся панорамные окна. Хочется теплый вечер возле камина, с пледами, с какао, какие-то душевные разговоры. Дом реально понравился. Я рассчитывал, что сегодня мы уже будем спать вместе. В этот вечер спать-то мы вместе вряд ли с ним будем. Но он подкачанный, меня это смущает, и поэтому мне кажется, что он слишком хорош для меня. Так,
Заходим. О, здесь я буду спать. Ну, конечно. Мало того, что ты на платье наступаешь, так еще и спать здесь будешь. Да, мне здесь нравится. Однако, здравствуйте. А где я буду спать? О, господи! Я мечтала об этом целый день. Это прекрасно. Попробуй. Скажи, удобно? Твердое. Ты знаешь, я хотела бы подарить тебе подарок. Ага, давай. Интересно. Да, чтоб уже так, знаешь, мы с тобой... Стриптиз между... Я подумал, это будет эротический танец, поэтому и в спальне. Я, конечно, могу. Но, наверное, не в первую брачную ночь. Что тебя сдерживает? Я бы хотела подарить тебе пушистый, мягкий и мохнатый, и теплый плед, который будет тебя согревать как минимум этой ночью, пока я буду спать в спальне, а ты внизу на диване. Но он как мужчина, да? Ну, думаю, ну должен же даме уступить. Я как бы думал, это совместное решение должно быть, кто не спит. Конечно, это совместное решение. Ну, просто вы подумали, и я решила, да. Я быстро в душ и заберу подарок. Когда он ушел, я переоделась уже быстренько, просто хотела уснуть и выспаться. Покупался быстро, а потом, думаю, проверим, как вообще. Я за пледом. Я понимаю. Полотенце, умоляю, не падай. Не знаю, за что ты там держишься, но просто держись. Ты точно не хочешь, чтобы я остался? Нет, я точно не хочу, чтобы ты остался. Спокойной ночи, муж. До завтра. И тебе. Оденься, пожалуйста. Зачем? Чтобы не смущать меня. Миша мне сбил вообще все. Я легла спать вместе со шпильками и прической. Я такая думаю, господи, в голове что-то мешает. О нет, это же мысли о нем. Щоб підкорити жінку, він користується всім, що у нього є. Почуттям гумору, красиве тіло, вміння готувати. Але не сьогодні. Для Свєти поведінка Міші як червоний маячок. Якщо він так напирає, значить він може поводити себе так з усіма жінками. І це значить, що він досить легковажний. І так. Йому довіряти не Мені можна. Треба. Насправді він подобається Світлані. Да. І вона розуміє, оскільки є елемент недовіри з досвіду минулих стосунків, вона не може так швидко підпустити чоловіка, вона буде його перевіряти. Так, тому що боїться. Є страх опинитися знову в такій ж ситуації. Зоні. І насправді, оскільки є страх, оскільки вона прискіпливо на все дивиться і перевіряє, вона опиниться в такій ситуації. Просипаюсь я, собрався на пробіжку. Надо Свету теж будити, пусть со мною бігає. Смотрю, она тренируется. Дорогой, доброе утро. Доброе утро. Не хочешь составить мне компанию? Не хочешь со мной пробежаться? Давай ты спустишься, и мы обсудим это. Давай. Вдалека красивый вид. Интересно было посмотреть на ее физическую форму. Покажи мне какой-то комплекс упражнений, а побегаем мы с тобой в следующий раз. Ну, хорошо. Так как мой муж оказался тренером, ну почему бы не попросить помощи у профессионала? Еще больше прогиб. И таз назад отводи, и верхние точки чуть вперед, чуть-чуть продавить. Он давал на самом деле очень правильные замечания. Ну, так нормально. Я, правда, не знаю, там он сзади на что смотрел конкретно. Но надеюсь, что на технику выполнения упражнения. Ну, молодец. По технике нюансы вообще. Убирай прогиб, тянула живот. Вот, молодец. Хорошо. Все, время пошло. 3 минуты. В смысле 3 минуты? Я не выстою 3 минуты. Выше, 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 стой. Вот. Все? Продолжим? Угу.
он когда снимает футболку, мне становится так жарко. Приятно, что он так заводится от моих каких-то действий. Солидарность тебе. После жаркой тренировки сниму тоже эту гадкую футболку. Мне кажется, это нужно было в начале тренировки сделать еще. Нет, тогда бы я тебя смущала. Я так аж чуть завелся. Она мне нравится. Давай опять. Спасибо за тренировку, пойдем. Я не знаю, понравилось ему или нет. Надеюсь, что да. Я приготовила тебе завтрак. Из шишек? Из воды. Потому что в доме ничего больше нет. Прекрасный завтрак. За новый совместный день. Я предлагаю обсудить совместный бюджет и понять, сколько денег мы можем потратить на продукты. Неважно, сколько она положит. Как я вижу, главным по деньгам должен быть я. Неважно чувствовать себя лидером, кормильцем, нужным. Ну, вообще все функции вот эти мужские, для меня важно их выполнять. В этот конверт я положила всего лишь 1000 гривен. Фух, выдохнул. Было бы мне не сильно уютно, если бы она положила больше. Я уже замужем, и мне кажется, что большую часть семейного бюджета должен формировать мужчина. Хорошо. В конверте у меня 10 000 гривен. Угу. Мне кажется, на неделю должно хватить. Но это неплохо. 10 000 на неделю на двоих с головой хватит. Мне кажется, нужно сразу обсудить наши правила. Правила совместной жизни? Ну, можем так назвать это. Каждый раньше жил свою жизнь, а теперь нужно как-то нам совместить это. Я уступаю тебе и бюджет, и право первому написать свои правила. Прекрасно. Правило номер 1. Обычно мое утро начинается с пробежки, но я хочу, чтобы ты это понимала и разделяла. Я обычно бегаю в зале на дорожке, но если это твое правило, то я готова бегать с тобой по утрам. Я ненавижу пробежки, но как покорная жена согласна попробовать. Правило номер 2. Господи, я никогда в жизни не пекла пироги. Пирожки с картошкой. Это мое любимое блюдо. Готовила и готовит только мама мне. Для меня это как символ заботы. Потому что я домой приезжаю, и мне мама сразу пирожки с картошкой. Никогда никакая женщина не будет лучше готовить эти пирожки, чем твоя мама. Правило номер 3. Экстрим в нашей жизни? Да. Я люблю экстрим, люблю скорость, люблю высоту. Чтобы жизнь была интереснее, веселей, нужно каждые выходные придумать что-то новое. Мне очень важно, чтобы девушка разделяла со мной это. А я ненавижу экстрим, ненавижу гадкую холодную воду, ненавижу эту высоту. Я обещаю попробовать придерживаться этих правил. Давай только вот я попробую сделать тебе пирожки, хорошо? По маминому рецепту были именно пирожки. Я люблю девушек с чувством юмора. Мне будет даже приятно, если она будет шутить в мой адрес. Теперь пришла моя очередь. Первое правило. Болоту нет. Мне хочется развиваться во всех направлениях этой жизни, во всех смыслах. Я хочу, чтобы ты меня в этом поддерживал. Прекрасно. Болоту нет, мне нравится. Следующее правило. Пой со мной. Я очень люблю караоке. Я хочу, чтобы ты разделял мои интересы, в частности, это караоке. У тебя есть любимая песня? Я буду готовиться заранее. Их миллион. Миллион. Буду все готовить. Я не люблю караоке. Я там не пою никогда. На правило отлично отреагировал. Следующее правило. Муж и жена, в первую очередь, это друзья. Я ложь не приемлю, и я хочу от тебя полной открытости и откровенности. Прекрасное правило. Я буду стараться. Спасибо тебе. Ну, я не понял, зачем это озвучивать как правило. Мне кажется, логично в нормальных отношениях не врать и быть честным. Смеемся вместе? Смех продлевает жизнь. Я люблю посмеяться над собой и над тобой тоже. Молодец. Самое лучшее правило, которое я первый поддерживаю. Давай, 5. Он согласился на мои правила, я согласилась на его. И, наконец-то, мы отправились в магазин. Нужен картофель. Конечно. Или ты передумал пирожки с картошкой? Нет, картошка есть. Вообще немаловажный продукт. Дальше лук, морковка. Все да. Надо. Я уже понимала, что мне придется делать эти пирожки. И я набрала всех этих продуктов, которые понадобятся. Бананы ешь? Но мне тренер не разрешает есть бананы. Давай будем считать, что твой тренер не узнает. И ты будешь есть все, что хочешь. Надо добавить красок в наши покупки. Я придумала ему такую игру. 4-е правило.
Помнишь, какое? Поржать? Да, смеемся вместе. Есть небольшое задание для тебя. Нужно будет выбрать девушку, подойти к ней и восхититься, как она прекрасно пахнет, как она прекрасно выглядит, завалить ее кучу комплиментами. На самом деле, я хотела посмотреть, как он будет взаимодействовать с красивой девушкой. Потому что, когда ты уже обжегся один раз, хочется, чтобы со мной не случилось второй раз такого. Дурацкое вообще задание. И я согласился только потому, что нужно соблюдать правила друг друга. Смотри. Например, вот эту, да? Молодую, красивую особу. Ну, блин, стоит длинноногая, с красивыми волосами, короткая юбка. Понятно, на слабо берут. Почему-то мне казалось, и я прям вот надеялась на это, что он откажется от этого. Здрасте. Здрасте. Давайте помогу вам. Я специалист в этом магазине. Давайте. Я решил уже по полной включиться. Пахнет от вас приятно. Спасибо. Как вас зовут? Настя. Меня Миша тут. Приятно. Взаимно. Такая рука приятная у вас. Вы такая спортивная. Тренируетесь? А нет. Как павлин хвост. Он распустил, крылья распушила она, значит. Думаю, ну, встретились два одиночества. Посмотрим, что будет дальше. А ты можешь дать свой номер телефона? Встретимся, может, кофе выпьем? В принципе, можно. 093. Какого хуя при живой жене берешь номер у какой-то левой бабы? Сбросил вызов. Запиши мой номер. Хорошо. Меня Миша зовут. Я помню. До свидания. До свидания. Я выполнил задание или нет? Нет, не выполнил. Почему? Потому что тебе было не смешно? Потому что мне было неприятно. Чего? При живой жене подкатывать какой-то длинноногой хуй. Это ты считаешь типа нормально, да? Что за цирк здесь ты устраиваешь? Сама хотела посмеяться, а теперь... Ну, бред какой-то. Ну, это ж ты мне предложила так сделать. Да. А, так, а кто должен был с головой? С надеждой, что ты головой откажешься от раньше этого, думать, понимаешь? Кто должен был? Так зачем эти проверки? Ну, если ты не хочешь, не провоцируй. Не надо меня проверять. Вообще, я не понимаю смысла в этих проверках. Я сделал четко по заданию. А задание было взять у нее номер? Симпровизировал. А, импровизатор. При мне он, можно сказать, уже сделал шаг налево, и он вообще проблем в этом не видит. В этом случае я посчитал нужным сгладить ситуацию. Говорю, давай я сейчас возьмем вина, вечером обсудим. Заходим в винный отдел. Судьба просто. Девушка, а можно мне ваш номер телефона? Можно я с вами тоже встречусь? Нет. Пожалуйста, можно? Я не знаю. Можно вас на свидание пригласить? Я больше по мальчикам. По мальчикам? Да. Зачем унижать человека, которого ты не знаешь, который просто заложник ситуации? Разве же вы выбираете вино, может, вместе выберем? Боже мой, какой огромный магазин! И именно в этот момент тебе понадобилось вино? Ну, серьезно? Ну, что ты стоишь? Ну, девушка хочет помочь себе выбрать вино, ну. А, вы нам хотите помочь? Ну, конечно, ты посмотри на нее. Да? Видно, что она профессионал вы в вине. Вы специалист в вине? Сомелье? Нет, я хотела, чтобы вы мне помогли. Честно, не могу вам посоветовать. Что такое, не помогла? Я не помог. Света уже просто зеленеет. Я понимаю, что если сейчас еще здесь помогу, это просто лишний скандал. Я не специалист. А как же ты так? Да надо было ей помочь, в чем ты специалист. Слушай, я сам знаю, что мне делать. Так я тебе не рассказываю, что тебе делать. А что это было? Вот это? Я не знаю. Я считаю, вообще неприемлемо так разговаривать. Как минимум, это неуважение. Это дурной тон. Розовое пьешь? Да. Да? Давай такое попробуем. Что это за вино? Прекрасное вино. Я по этикетке вижу. А ты все, я смотрю, по этикеткам выбираешь, да? Для него, я так понимаю, внешняя красота и как девушка выглядит, вот это все для него главное. То есть, что там внутри, плевать. 2553. Смотри, мы так дешево свадьбу еще никогда не праздновали. Так, 3000. Спасибо, да, до свидания. Спасибо, до свидания. Берешь? Навіщо вона це зробила? Тому що вона для чого? Дуже... Насправді, я згодна з тобою. Я вже бачу по твоїм очам, так, це безглуздо. Ну просто її страх затуманює їй очі. Тому що вона його випробовує. Намагається зрозуміти, чи можна йому довіряти, чи ні. Але для нього зараз це фан. Ну хочеш? Але коли він дізнається, що вона це робить тільки тому, що у неї є страх, і вона хоче перевірити його, він буде незадоволений. Так він вже незадоволений.
І він тепер сприймає це так, начебто вона не довіряє йому, і він поганий. Але це не означає, що він поганий чоловік, як чоловік. Я б навіть сказала, що це не означає, що якби цього завдання не було, то він би сам міг це робити. Насправді це безглузда перевірка, тому що ти не зрозумієш, чи міг би цей чоловік в вільних умовах зробити це. Так. Краще споглядати за поведінкою чоловіків в соціумі, не втручаючись, і робити висновки. А коли ти втручаєшся, при цьому говориш чітко, що потрібно йому робити, в нього вихід або робити, або ні. Ну це не означає, що він би сам по собі коли-небудь взагалі додумався до такого варіанту. Я б образився. На місці Михайла чи Свєти? На місці Михайла. Це він зробив. Що йому треба було робити? Він повинен був відмовитись, тому що якщо він вже розуміє на цьому етапі, що завдання безглузде, він може не розуміти до кінця причину, але як нормальний навіщо це робити, але він може їй так і сказати, Свєта. Відмовитись. Ну, завдання дивне. Не розумію, але не сьогодні. Не розумію, навіщо це тобі? Можливо, ти мені поясниш? Розумієш, це було б та поведінка, яка б зазначила його чітку позицію в стосунках з жінками. І довела, і що неї. Насправді він і до неї, так, в першу чергу, і довела, що насправді він вірний чоловік. Я сама ніяк не ожидала, що буду так реагувати, так рівнувати. Ми приїхали домой, і я зрозуміла, що мужа треба покормити, щоб помиритися. І я вирішила зробити пирожки. Я, конечно же, взялся помогать. Сколько нужно вымешивать тесто? Ты же лучше знаешь. По времени? Угу. Так оно по времени нет такого. Кто-то дольше, кто-то быстрее это делает. Должна быть клевая консистенция. Какой-то? Я знаю, я хотела тебя спросить. А что ты спрашиваешь? Спросить, узнать, знаешь. Что сегодня, ты знаешь, сегодня слишком много проверок. Мне это не нравится. Но это же ты прошел. А то я не прошел? Нет, то не прошел. Я просто не понимаю вообще, к чему эти проверки. Мне было интересно творяться. И что? Нормальное, что клоун какой-то? Я ее увидела. Что? Или собака Павлова? Ты там подкидываешь, да? И я должен реагировать как-то. Это бред какой-то. Ситуация эта очень расстроила меня, потому что она заставляет задуматься о том, нужны ли мне такие отношения, в которых меня будут проверять. Ну, мне кажется, иногда нужно проявлять такого рода внимание, чтобы посмотреть, как человек себя поведет в той или иной ситуации. Это была проверка на юмор. Ты должен был это перевести в чем юмор? Юмор. Ну, я не знаю. Если бы ты спросил, в чем юмор, я бы тебе сказала, ни в чем, чувак. Я бы вообще, спасибо, нормально. Что ты от этого отказался. На самом деле, ну, я от тебя этого и ожидала. Понимаешь? Нет, чего ожидала? Ну, того, что ты откажешься от этого. Я не считаю, что любимая девушка должна как-то просить меня, заставлять, чтобы я доказывал, что она одна единственная. Мне было неприятно. И, тебе было неприятно проверить? Да, возьми телефон, возьми сейчас телефон и проверь, не знаю, посмотри, может, с кем-то переписываюсь сейчас. Телефон. Нет, ты там ты не проверяешь, а тут ты проверяешь. Да, мне было интересно творяться. Отношения просто уйдут в минус сразу, если это еще повторится. Почему я решила устроить эту проверку, да? Потому что у меня были отношения, в которых целый год мне изменяли. Мне кажется, если бы я там в какой-то момент проверила этого человека, то ничего бы этого не было. Возможно, это было неправильно с моей стороны, но я решила проверить, можно ли тебе доверять, вот, наверное, таким странным способом. Я расстроился из-за того, что со Светой случилось в нормальной жизни. Такого не должно быть. Я все это вспомнила, все эти эмоции, все эти ощущения, как было больно. После этих отношений я уверена, что если измены, то вот с этого ничего не выйдет, что я не могу никому доверять. Ты никогда не будешь знать там наперед, правильно, пока это все там не случится. Зачем это ждать? Зачем это вообще представлять, что это может случиться? Да блин, потому что когда живи это случается, твоя просто жизнь просто заканчивается, это... ты понимаешь? Жизнь просто, она, ну, реально заканчивается. Почему? Ну, тебе изменяли когда-то? Нет. Ты не понимаешь, ну, вообще, типа, как это и какие эмоции человек испытывает. Я доверяла человеку, и я не хотела этого видеть. Я такая думаю, да, не. Типа, это я себя накручиваю. Если бы я просто трезво посмотрела на ситуацию, то, ну, намного раньше бы я поняла, в чем проблема. Я понял, что не так все просто, как кажется со стороны.
Мне реально жалко было ее. Скорее всего, ты попала просто не на того человека. Ты очень красивая девушка. У тебя не должно быть такой неуверенности. Просто живи, верь в то, что тебе не должны изменять. Даже подумать об этом. Ну так если об этом не думать, не значит, что типа это не придет. Как ты на это можешь повлиять? Не влюбляться? Нет, просто смотреть на моменты, которые происходят в отношениях. Смотри на хорошие моменты. Если у человека вокруг все хорошо, все ему нравится, зачем ему изменять? А если его будут проверять и дергать, хорошего от этого не будет. Никакой мужик не захочет такого. Но мне хочется, чтобы таких ситуаций больше не повторялось. Попробуй довериться, не проверять меня. Хорошо, я согласна, больше никаких проверок. Я хочу попробовать, чтобы все у нас получилось. Вкусные пирожки, молодец. Я это оценил. Мне на самом деле было очень приятно. Оказывается, ничего сложного в этом нет, и я буду готовить чаще. За прекрасный ужин. Для первого раза мне кажется, что я нормально справилась. Я решил, что нам нужно еще это переварить, обдумать, ночь переспать с этим. Вчера мы спали по отдельности. Мне кажется, сегодня должны тоже спать по отдельности. Я полностью за то, чтобы спать отдельно. За это выпьем. Ах ты ж собака. Я тебе тут душу всю наизнанку вывернула. Именно в этот вечер, именно в этот момент мне бы было приятно, если бы он сказал, давай сегодня спать вместе. Вот не было такой поддержки, которую я бы хотела ощутить. Было неприятно. Дань, як ти вважаєш, коли жінкам в який момент потрібно ділитися от такими от особистими переживаннями на кшталт зради? Ну, однозначно, не в первую неделю отношений, и не во вторую, и даже не в третью. Если мы говорим, что отношения — это работа, а это значит, что отношения — это стадии каких-то, ну, барьеров, которые нужно проходить. Первая стадия — романтика. Вторая стадия — это грустные вот эти вот все моменты, когда мы делимся своими плохими впечатлениями, своим воспоминанием. Он может делиться, да, рассказать про какое-то свое плохое воспоминание. Вот тогда можно. Я считаю, что сразу не надо. Почему она должна на второй или на третий день рассказывать о своих переживаниях? Для чего? Чтобы оттолкнуть его, чтобы он подумал, ой, не-не-не, это мы же не знаем, кто, ой, нет, это проблемная девочка, у нее бывший, это вот, ее бросили, у нее проблемы, и он задумается, потому что любой мужчина, мы сейчас не говорим, хороший или плохой, любой мужчина задаст себе вопрос, готов ли я сейчас быть ее спасательным кругом и тратить именно эту энергию для того, чтобы ее спасти. Кто-то скажет, да, мне она очень нравится, я готов быть для нее этим спасательным кругом и с удовольствием ей помогу. А другой скажет, не-не-не, не хочу, слишком сложно. И еще эти проверки, теперь все понятно, ухожу. Мені здається, питання в тому, як ти про це говориш. Між іншим, так, знаєш, говориш про те, а в мене був такий досвід. Це нікого не відлякає. Питання в тому, коли дівчина плаче, коли вона тебе нагружає своєю проблемою, і ти зрозумів, що ти ще не закохався на 100%, а вже ти розумієш, що ти повинен розбиратися з проблемою якогось чоловіка, який був до тебе. І ти на це не готовий. Должен пройти романтический, первый романтический период. Привязаться к девушке, да, сначала, перед тем, как услышать что-то о ней. Да. Увидеть все самое хорошее в ней. Я не говорю, что плохое нужно знать. Ведь в конце концов, счастливые пары, которые проходят 50 лет вместе, 60 лет вместе, это те, которые знают о друг друге все самое плохое, на что они способны. И принимают их такими, какими они есть. Вот я уверен в этом. И любят их такими, какими они есть. Просыпаюсь утром. У меня пробежка, переоделся. Решил, что сегодня по моей программе работаем. Да. Я такая думаю, ой, наверное, кофе в постель. Привет. Доброе утро. Угу. Как спалось? Прохладно. Так что согреемся? Каким образом? Ну смотри, ты же помнишь первое правило мое? Я бегаю по утрам. А, нет, страдания он мне принес вместо кофе. Я предлагаю тебе со мной пробежаться сейчас. А много надо бегать? Ну, километров 3-5. Сколько? Ну, 5 хотя бы. Давай хотя бы 3. Слушай, давай одевайся, там посмотрим. Ты злой. Я злой и страшный серый волк. Окей, я одеваюсь и выхожу. Я ненавижу пробежки, но я ради него иду вот на такие.
догоняй, догоняй. Че никто не сдыхал от бега? А я буду первая. Саня, без жены. Ах, я вообще... Что ты? Опять? К чертям вообще, ребята. Что такое? Нет. Все, баста. Она не бежится, ты понимаешь? Отдохнула? Да. Бежим? Ладно, я тебе обещала, что я побегаю. Ну... Поднимай меня. Света молодец, она пересилила себя. Я такое уважаю. Вот так оно в семейной жизни. Думала, легко? Я от тебя убегаю. Я вот за каждым разом переступала через себя, чтобы он оценил, что я ради него готова поддерживать себя в форме. Как для первого раза, мне кажется, ты неплохо пробежала. Ну, быстро устаешь, не хватает выносливости. Я думаю, со временем ты будешь десятку бежать. За год? За 40 минут. Но я постараюсь ради мужа пробежаться хоть как могу. Я заварила кофе и чай. Что ты будешь? Я буду, пожалуй, чай. Я тебе предлагаю вообще сделать покушать. Давай, знаешь как, смотри. Вчера разговор какой был? Дорогой. У нас завтрак из воды, потому что ничего больше нет. Так. Продукты купили? Да, хорошо. Я поняла твой тонкий, невероятно тонкий намек. Молодец. Для меня важно, чтобы жена моя готовила. Для меня это как символ забот. Что ты хочешь? Овсянку или яйца или бутерброд с авокадо и рыбой? Давай. Бутерброды. Не получилось проявить какие-то кулинарные способности, потому что он выбрал бутерброды. Ну, мне кажется, нарезала я все мастерски. Нормально рыба тебе? Да, рыба вкусная, кстати. Рыба када. Нормально выбрала. Молодец. Свет, не хочешь вечером пойти в караоке? Ты же любишь петь. Мне кажется, это прекрасное предложение. Смотри, ну, если хочешь, приглашай друзей, конечно, повеселимся. Это очень круто. Миша решил отдаться моему этому увлечению. Проявил такую нотку заботы. Мне было приятно. Я Мишу привела в то место, куда обычно хожу с девочками. Мне там нравится. Пригласила девочек. Привет! 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 У меня есть кольцо. Я поздравляю тебя в клубе. Знакомый? Это мой муж Михаил. Это Лиля. Это Женя. Это Саша, ты помнишь Сашу. Ребят, присаживайтесь. Я хочу выпить за своего прекрасного мужа. Да будет счастье. Я в туалет сейчас вернусь. Я вышла в туалет и дала такой шанс просто этим гарпиям налететь на бедного беззащитного Мишу и закидать его какими-то вопросами. Он как бы уже обжегся один раз. Посмотрим, что будет дальше. А сколько у тебя было девушек до Светы? 4 девушки было, таких чтоб, или 5. Я уже понял, что со Светой подать. Они этот вопрос поднимали. Мне это вообще не нравится. А сколько самые долгие отношения твои длились? 3 года. Первая была или все по 3 года? Не, первая была год, вторая год, третья год. Погоды, да? Четвертая год. Выдерживал их. Мы отдыхаем, нет смысла мне сейчас серьезно отвечать им на эти вопросы. Давайте выпьем за мою жинку. Как ты прекрасна. Боже, это так мило, давайте еще раз. Это классно. Ты на шампанское засмотрелся? На официантку скажи это. Реально он засмотрелся на официантку? Если ты уже женат, что ты на нее пялишься? Я здесь даже шутить не смог. Это тоже перебор. Да, Света, ничего не дошло. То, что она обещала, такого больше не повторится. Это все как в стенку горох. Я подумаю, как тебя наказать.
А можно я на своё место сяду? Да, можно. Тебе нравится в одной жене сидеть? Пожалуйста, это... Как ты это поняла? По твоей фразе можно я сяду на своё место. Я понимала, что там, ну всё, Миша заставит меня ревновать. Это уже теперь моя проверка. Не бойся, мальчик, ближе подойди. Не бойся, мальчик, взгляд не отводи. Не бойся, мальчик, я скажу слова. Женскую дружбу. Да, ну главное, чтобы она в хорошие руки попала. Давайте. Меня цепило. Я там ревновала. Ничего себе! Я когда на пиццухе показывала, мы верим. Она должна видеть, в какие руки попала. Ты попала. Эти руки она должна видеть. Я такого не прощаю. Я уверена в Жене, но я сомневалась, что Мишу можно доверять. Света сразу на меня так нож точит. Но я тоже человек. Мне не нравится, что меня все хотят проверить. Я все-таки решил до конца добить. Я танцевать. Я со мной, значит, не захотел танцевать, а ну, вот с Женей захотел. Было неприятно. Из рук в руки или что это было? Понятно, не поднимал вопрос. Это при друзьях. Дома поговорим. Тобто нічого не змінилось. Вона йому сказала, більше перевірок не буде. Наступного дня все повторяється. Вона дуже хоче йому відкритися і дуже хоче повірити. Але страх, на жаль, сильніший. Насправді, в неї обмежуючи переконання в тому, що всі чоловіки бабії зраджують, що всім чоловікам довіряти не можна. І вона намагається підтвердити цей сценарій. Розумієш, вона ходить по одному сценарію, вона не виходить за його межі. Але хоче, насправді, бути, щоб помилилася. Так. Це такий внутрішній конфлікт. Мозок тобі говорить, не довіряй їм. Вони всі обманюють, а душа хоче любові. Я, чесно, моє мнение, я не бачу такої великої прегради, чому потрібно настільки боятися. Ти серйозно, Дань? Якщо ми завтра поріжемо собі палець ножом, значить ми більше ніколи не будемо використовувати нож. Та ну ладно, ну Дань. Я не вважаю так. Тобі зраджували коли-небудь? Ні. Ну як ти можеш тоді рахувати, що це не проблема? Тобто ти не віриш, що от вона плаче, ридає. Слушай, давай так. Мені, може, не зміняли, але я знаю, що таке страх сцени, позор, коли ти опозорився на сцені. Це різне. Коли ти на очах там, у людей як-то опозорився. Це для різне. Для мене це рівноцінно. Но вопрос в другому. Якщо ти хочеш побороти цей страх в моєму воспитанні, іди і ще раз окунись в цій же гарячій воді. Вона це і робить. І більше того, якщо жінка не може побудувати стосунки з чоловіком, причина в тому, що були якісь негаразди в стосунках з батьком. Можливо, травми, які жінка переживала в дитинстві. І вона хоче помилитися, але постійно бачить, вона провокує ці ситуації і постійно бачить підтвердження своїм страхам. Скільки він буде триматися? Я думаю, що от він вже підходить до своєї грані. Клас. Вечір мені понравився, но остальное ждало Свету дома. Нормально, да? Отдохнули? Да. Один момент был. Момент, который очень мне не понравился, но такой негативный момент, ну, как мне кажется. Угу. Первый. Куда ты смотришь, когда зашла официантка? Был повод для ревности, это было видно. И второе. Что ты моей подруге показываешь бицепсы? Мне просто не нужно было смотреть в этот момент или что? Свет, ну, я ж не дурак. Все было видно и понятно. Ревнуешь к тому, чего нет. Может, уже хватит? Постоянно тебе кажется, тебе изменяют. И постоянно проверяешь. Это же мои чувства, да? Я чувствовала что-то. А я тебе говорю, что я чувствовала. Чувства. А чем я задела твое чувство?
Я тебе, ну, все уже сказал. Господи, какая ранимая душа, ты посмотри. Я понял, что говорить без толку, здесь я бессилен. Боже. Ладно, я думаю, тебе нужно просто протрезветь. Ага. Спокойной ночи. Взаимно. Ты все сказал, и я все сказала. Ну иди, я встала и пошла себе спать. Я всю ночь не спал. Думал явно о том, что у нас, ну, не получается ничего. Я хотел дать шанс этим отношениям. Я буду знать, что я сделал все. И потом не буду жалеть, что первая сложность, я сразу включил заднюю. Поэтому я вывесил белый флаг. Доброе утро. Доброе утро. Я тебе кофе сделал. Боже, спасибо тебе большое. Я, конечно, хотела, чтобы мы просто забыли, но... Миша, оказывается, вывесил белый флаг. А зачем ты вывесил белый флаг? У нас с тобой назрел конфликт. Мне кажется, проблема в тебе. Либо в тебе, нет. Если проблема во мне, я готов принять и готов спросить, что делать. Вопрос нужно решить, поэтому вывесил белый флаг. Хорошо. С одной стороны, мне было обидно, а с другой стороны, я понимала, что нужно поднять эту проблему, всковырнуть ее и обсудить. Привет. 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 Здрасте. Ми знаємо, що над вашим будинком майоріє білий прапор. І вивісив його саме ти, Михайло. Розкажи, чому? Самий такий очаг був – це в супермаркеті. Коли Света придумала для мене испытання. Дівчинка, а можна мені ваш номер телефону? Можна я з вами теж зустрічуся? Я більше по мальчикам. По мальчикам? Да. Для мене це було як ігра. Вот, ну, зможеш, не зможеш. Я навіть не думав, що можна відказатися, або ще щось. Ну, думав, весело, посміємося, як вона хотіла. Так, а з чого посміємося? Суть була в тому, щоб зробити це смішно, як мінімум. Тобто ти віриш, що ти це зробила для того, щоб разом посміятися? Це такий жарт. Должен був бути. Ти його послала в супермаркеті не для того, щоб посміятися. Тобі було цікаво, чи він не зробить тобі боляче, так, як робив той чоловік, який був в тебе до цього. У мене є проблема в відносинах. Я не можу довіряти людям. Чоловіка? В першу чергу чоловікам. Що йому повинна довіряти? Незнайомий мені чоловік. А чому ти не повинна йому довіряти? Він ще нічого такого не зробив, щоб себе якось зап'ятнати. У мужчин є теж чувство. І нам обідно, коли нам не вірять. Перевіряють безконечно. Це неприємно. Це боляче, це по-перше. А по-друге, ти вже сам підсвідомо формуєш ту стіну недовіри, на яку потім сам наткнешся. І будеш казати, я так і знав. Ситуація, яка була в тебе в житті стосовно твого колишнього коханого, це не причина. Це вже наслідок. Але початок цього був давно. Тому хочу дізнатися, які в тебе стосунки були з батьком. Мне жалко было. Я даже не знал, что делать. Ну, типа, у меня с самого детства не было какого-то примера в виде мужчины, такого образа, которому можно довериться и которому можно доверять. Типа, это недоверие, которое есть, оно вложено вот именно в воспитании, в каком-то, ну вот, понимаешь? Ну, и меня мама так воспитывала, что никому, ни на кого нельзя полагаться, никому нельзя доверять. Але ти пам'ятаєш якусь, можливо, ситуацію з твоїм батьком? Якусь таку дуже яскраву, яка запала тобі до пам'яті? Со мною він дозволяв собі просто бути настільки відкровенно плохим. Давай. Ну, ссори були. Ну, а як він себе поводив? Агресивно. Ну, агресивно це як? Ну, ругался, кричал. Руки ты поднимаешь?
Не, ну это вот на грани было, когда я думала, что он может руку поднять. Но он настолько всем своим естеством проявлял нелюбовь. Он никогда не говорил, что любит меня. А было щось таке, що ти, ну, прям запало тобі і досі ти згадуєш про це жаху? Ну, коли я маленька була, ми пішли на День шахтера, і в толпі він мене бросив. Як? Що ти в цей момент відчуваєш? Ну, як, ну, брошене себе чувствую. Ну, мені 10 лет, ну, блін, ну, куди, як можна оставити 10-летнього дитину і уйти? І що ти робила? Скала його. А де ти його віднайшла? Ой, він десь там з ребятами стояли, общались з ними. В толпі просто. Розпивали алкоголь? По-моєму, так. Да. Я слухала, внутрі так аж, ну, так коробило все, це прямо зжимало. Це ключове. Яке в твоєму житті відіграло роль оцієї недовіри глобальної до людей? Що простежується один і той самий сценарій? По емоційному досвіду. Чоловіки різні, а результат один. Я жила всі ці роки з повною впевненістю, що це не я плохая, це мужики плохі. Хто б не був на мішаному місці, це буде те саме. Тому що ця недовіра, вона десь отут всередині, всередині, отут. Такий розлом сознання случився. А тепер потрібно намагатися довіритись чоловіку, який ніяким чином не продемонстрував, що йому довіряти не можна. Ти готова? Да. Я поняла, що вони праві. Щоб зрозуміти, можна ли довіряти чоловіку там, или нельзя, то не обов'язково робити такі глупі перевірки. Я надеюсь, что это общение с психологами ей поможет. Just like a song, just like a hummingbird, I had my fault, and you put your best foot. Сегодня уже мы решили переночевать вместе. Хотелось просто наконец-то вот этой близости. Спокойной ночи. Тебе. Мы вот обнялись и уснули сразу. Вчера она пообещала, что будет полностью доверять. Сегодня я решил сделать для нее сюрприз, который поможет понять, правду она говорит, неправду. Стип, стип, стип. Так. Ну как тебе? Что это? Первое было впечатление, что это просто какой-то тазик. Что мы с ним будем делать? На нем мы поедем. Господи, в рот мне ноги. Ты что, серьезно? Серьезно, вот эта штука ездит, а кто будет за рулем, я или ты? Ну ты, конечно. Ну это капец. Она явно этого не ожидала. Слушай, ну это очень круто, правда. Но я на этой штуке не поеду, потому что три педали для меня много. Давай, ты мужчина, разбирайся. Посмотрим, можно ли доверять человеку. Вези меня в лучшую жизнь. У-у-у. Е-е-ей! Красавчик. Не, если честно, да, на такой машине я никогда не каталась. Так, приехали. Давай, попробуй мне рассказать, что меня ждет. Может, ты предполагаешь, что это может быть? Неминуемая смерть? Да, сейчас камень найдем. Я вообще не поняла, зачем он привез меня в лес и чем я буду делать в этом лесу. Как тебе? Страшно? И я понимаю, что меня вот ждет прямо сейчас. Сможешь ли ты со мной прыгнуть туда? Боже, не хочу даже смотреть. Фу, пойдем отсюда. Я знал, что ей будет тяжело пересилить, но я хотел доказать то, что вот я рядом, и со мной не стоит бояться. Правда, мне очень страшно. Свет, смотри, нам
Ну, в лучшем случае всю жизнь быть вместе. Будем сталкиваться с какими-то трудностями. Первая трудность, с которой нам придется столкнуться, уже пришлось. Самая главная трудность не прыгнуть, а довериться мне, мы прыгнем вместе за руку. В жизни также мы вместе, и нужно помогать друг другу. Но прежде всего нужно доверять. Я не знаю, я очень хочу сказать, что да, но мне страшно. Но его речь, она прям была такой какой-то проникновенной, что ли. Много смысла вот он вложил, и этот смысл правильный. Я постараюсь. Надеюсь, что я смогу. Сможешь. Тет, готова ты? Нет. Мне было очень страшно. Я прям... Нет! Вот я не смогу сделать этот шаг. Я готов был со всей душой помочь, чтобы она прислушалась ко мне, доверилась, чтобы все у нас получилось. Он мне так сильно-сильно сжимал руку, и вот эта какая-то сила передалась и мне. Было уже не так страшно рядом с ним. И мы просто вбежали в эту, пропасть, просто вот оттолкнулись, оставив все на берегу и окунулись. Какую-то новую бурю эмоций. Это было круто. Страшно очень, но круто. Мне показалось, она была полностью со мной, и я был полностью с ней. Боже! Нет! Мне было приятно, что она доверилась. Если бы он не держал меня за руку, но я бы не прыгнула. Я чувствовал, как она обнимает меня, я ее поддерживал на воде, чтобы легче было плавать. Насправді у стосунках дуже важливо, щоб хтось зробив перший крок на зустріч. Він молодець. Він показав, що в стосунках може бути добре і безпечно. Це не головніше. Що насправді це символічно. Вона дуже боїться стосунків з чоловіками і довіритись їм, і вона дуже боїться висоти. Страх ірраціональний, і символічні дії, вони якраз діють на підсвідомість і допомагають справитися з проблемою. От перший крок до того, щоб довіра сформувалась, вона з чоловіком стрибає зі скелі. Наступним кроком, можливо, буде те, що вона перестане їх перевіряти і зможе розслабитися і побудувати нові стосунки. Сподіваюсь, все у них вийде. На этом сюрпризы не закончились. Так, я чувствую, что-то горячее рядом. Вел он меня закрытыми глазами в какую-то неизвестность. Класс! Присаживайся. Я подготовил вот эту праздничную атмосферу, чтобы Свету могла еще больше раскрыться мне. Угощайся, виноград. Круто, спасибо тебе большое. Такое было ощущение, что мы в какой-то сказке. Мне понравилась ее реакция, она прям счастлива была. Как тебе сегодняшний день наш? Я на самом деле хотела сказать спасибо за все это, и особенно за прыжок. Я до последнего думала, что я все-таки не смогу прыгнуть. Наверное, мне помогло то, что ты держал меня за руку. В какой-то момент ты начал сдавливать мне руку. Это, наверное, подействовало лучше, чем любые разговоры. Мне было очень важно и очень приятно говорить ему эти слова. А что ты чувствовала, когда вот этот полет был? Было чувство какого-то обнуления. Вот. Ты делаешь шаг, и все, и ты понимаешь, что назад ты уже не сможешь отступить. Ну, то есть, что остается только вперед. Ну, прикольно, молодец. Я рад. Давай за это хорошие, за такие хорошие, приятные моменты выпьем. Такие ситуации, они сближают. Значит, я не зря старался, бился, добивался, вывесил этот флаг. Сейчас она готова по-новому все начать. У меня есть сюрприз для тебя. И еще один. Я в предвкушении. Класс! Сегодня просто день сюрпризов. Даниэль передал мне флешку с фотографиями. Я повесил экран, и мы сели смотреть, что там. Готово? Да. Но я пока не понимаю, к чему. Узнаешь? Боже!
Это твой друг, кстати? Это мой первый режиссер, это мой самый лучший друг. Это человек, который поддерживает меня во всех моих сумасшедших начинаниях. Вот тут Света стала настоящая. Она прям расслабилась, она вникла в это. Рассказала о своих эмоциях. А это школа! Это сближало нас. Мы столько смеялись, у меня рот болит. Я рад был, что все так. Потому что все, что с прошлым связано, влияет на наши отношения в данный момент. Боже, это моя любимая фотография. Это полгода назад. Я тогда начала работать в кадре. Такая худенькая. Это я вот тут в идеальной форме. Это мне, да. По-моему, 15 лет. Все знали, что я футболист. Тетя испекла торт футбольный. Это я и Полина. Ну, я смотрю, это у тебя животик. А что ты так придираешься? Нет, нет, просто привыкла к твоему более, знаешь, какому-то идеальному телу. 3 раза увидела меня без футболки и уже привыкла. Это 2 года назад. Это моя бывшая девушка Оля. Круто, что он ее вот в круг семьи до сих пор вписывает. Может быть, я тоже познакомлюсь. Такая легкая ностальгия. За прекрасное время детства. И вообще за приятные воспоминания. Да, спасибо. Это было очень круто, такие эмоции. И мне кажется, ради таких моментов, знаешь, стоит жить. Сын, это шпаку. Домой! Я поняла, что он может быть вот прям таким хорошим. Мне кажется, у меня получилось создать такой хороший вечер. Утром мы проснулись, и у меня уже был для него сюрприз, который я подготовил заранее. Привет! Света, привет! Я хочу, чтобы она познакомилась с семьей, чтобы мы стали ближе. Привет! Они вот располагают с первых минут, с первых улыбок. И мне было приятно, что он впустил меня в свой семейный круг. Ей! Еще быстрее! Экстремалы должны кучковаться вместе. Вот мне было просто приятно, что я нахожусь вместе с ними. Уже кто-то кричит. Ой-ой-ой-ой! Конечно. О, боже, упаси. Нормально, нормально. Инвалиды. Главное не падать. Мы купили продукты и отправились сразу в дом. Я буду подавать, а ты... Интересно, тебе она нравится? Она вообще класс. Чем больше дней проходит, чем дальше общаемся, мне она больше нравится. Но при всех ее данных, да, внешних, мне так чуть-чуть тяжело с ней. Не, ну в чем это заключается? Она постоянно ревнует. Сразу, ну... Как? Да вот так, ни к чему ревнует, просто ревнует. Я не верю, что Света так быстро поменялась. Она любит детей? Не, мне кажется, вообще... она любит детей. Ты же видишь, она как хорошо с Наташей, с Полиной, как она сразу к вам ближе, к детям. Она, ну, хорошая. Я уже хочу племянников. Если Света будет хороша для него, то есть я только буду за. От нашего стола к вашему столу. О, красивый такой салат. Красивое такое мясо. Красивое мясо. Так, все, душевно очень, по-семейному, как я и хотел. Свет, я рад, что ты... познакомилась, да, я тоже очень рада. С моими родными. Хочу сразу сказать, понравилось им. Меня это льстит, мне очень приятно. Спасибо, ребят. В моей семье редко были такие дни. Мы начали о чем-то говорить, о чем-то шутить. Мы смеялись, веселились.
И было такое приятное ощущение большой дружной семьи за столом. Но это очень круто. Вот пример семьи. Дети бегают, смеемся, веселимся. Вот так я хочу, чтобы у меня было. Мне не нужны скандалы, ссоры, ревность в моей жизни. Атмосфера была, ну, вообще очень крутая. Мы как-то так разрядились, зарядились, расслабились. Вроде бы так все наладилось. Ничего себе. Вот смотрите, что у меня есть. Сегодня концерт? Да. Огонь. А ты пишешь песни, да? Писал и для жены написал, да. Я люблю тебя без края, воздух ты ведь для меня, солнце землю освещает, это ты любовь моя, и любовь та неземная, та, которая во мне, с каждым днем не угасая, возвышалась я к тебе. Я люблю тебя без края, воздух тебе для меня, солнце землю освещает, это ты любовь моя, это ты любовь моя, это для тебя. Боже, какие вы милые, друзья, знаете, нужно за любовь. Я понимаю, что это эх, далеко не третий итог. Серый прямо за любовь. За любовь. Скоро приедут ведущие и зададут мне главный вопрос, оставляю я кольцо или нет. Прямо сейчас, в данный момент, я не знаю. Мы не стали близки, но мы стали ближе. Уже вот на пути к тому, чего я хотела, но это вот какая-то не финальная точка. Света однозначно поменялась. Но за эту неделю были такие моменты, которые я не приемлю в своей жизни. И не хочу, чтобы они вообще в моей жизни существовали. Это ревность, это недоверие, упреки. Поэтому я пока думаю, оставлю я кольцо или нет. Я бы хотела, чтобы он оставил кольцо. Но мне кажется, я настолько напугала бедного мужчину, что он боится этого сделать, что ли. Не хочет. Вообще не знаю. Привіт. 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 Здрасте. Світлана, Михайло, вітаємо вас. Раді вас бачити. Цей тиждень був нелегким. Принаймні для тебе, Свята. Да. Ти з самого початку вважала, що всі чоловіки зраджують. З Мішою я поняла, що мужчинам можна довіряти, що вони хороші, що вони не зміняють, що вони не бросають. Вони от такі, як хранителі. Припустимо, сьогодні ви одружилися, і сьогодні там другий день вашого сімейного життя. Я би точно не устраивала ніяких проверок. І моменти касательно ревності, я би, мабуть, не так остро їх сприймала. Ти молодець. Дякую. Михайло, як воно тобі бути одруженим? У нас неділя складна була. Да. І я зрозумів для себе, що сімейні відносини – це, виявляється, великий труд. Але Света молодець. Вона прислушалась. Сделала выводы, как ей это не было тяжело, она однозначно поменялась. Я даже рад, что так именно все вышло. Это дало какое-то развитие, какой-то толчок. Потому что, начав с нуля, уйти в минус и подняться оттуда, очень сложно. Мы это сделали, и очень хорошее окончание. Хотел я поменять, поменялся сам, именно с ней. Я стал более открыт, я стал больше смотреть с ее стороны на ситуацию. Як вона це чувствує, питався понять. Молодята, чи залишаєте ви собі обручки? І першою хочемо почути тебе, Свята. Міша, во-первых, я хочу сказати тобі спасибо за те, що цю дуже тяжелу неділю ти розділив зі мною. Во-вторых, я би хотіла звинитися за те, що я тебе не слышала, не слушала і от не хотіла услышати, і за те, що требувала від тебе слишком многого. За цю неділю я рассмотрела в себе не только внешнюю красоту, но и внутреннюю. И я готова познавать то буйство красок, которое наполняет тебя изнутри, и готова дать нашим отношениям шанс за рамками проекта, если ты этого тоже хочешь. Я бы хотела оставить это кольцо. Молодец. Юху! Михайло, чекаємо на твою відповідь.
Я готов и я хочу продолжить отношения с тобой за проектом. Дарья. Довіра, внутрішня свобода та глибока симпатія творять дива. Ми вам бажаємо успіхів і щастя. Дякую. Дякую. Гірко. Я би приготовила пирожков і позвала би його на пирожки. Ну, якщо по маминому рецепту. Исключительно. І не путай, не пирожки. Пиршки. Пиршки. С соседами не остались вместе, но остались друзьями. Проект это был прекрасный опыт. Я многое понял о том, что чувствуют девушки и как нужно вести себя с ними. Света замечательная девушка, и я желаю ей счастья. Мне бы хотелось сказать спасибо проекту за то, что показал мне на какие-то мои ошибки. Я над ними работаю и работаю не безуспешно, потому что на сегодняшний день я состою в отношениях и счастлива, чего желаю и Мише.